Нюша, тебя в этой серии вообще быть не должно! Неужели ты не заметила машину скорой помощи? Конечно, заметила, но я всегда здесь перехожу. Видимо, нам придется сделать небольшое лирическое отступление. Крош, ежик, нарисуйте-ка нам вашу заставочку. Кроме обычных машин, существуют еще и автомобили специального назначения. От обычных они отличаются мигалками. Правильнее, проблесковыми маячками синего цвета. Ну да. И сиренами. То есть специальными звуковыми сигналами. Эти машины могут нарушать правила, ехать на красный или против движения, превышать скорость. Но связано это с необходимостью быстрее потушить пожар, помочь больному или задержать преступника. Если ты видишь машину с синей мигалкой и слышишь звуковой сигнал, обязательно пропусти ее. Даже если тебе горит зеленый и ты идешь по переходу. Они повсюду, везде. На перекрестках, улицах, проспектах. Они могут выскочить из-за поворота, появиться из темной подворотни, откуда угодно. Весь город во власти машин. Как только ты оказываешься на проезжей части, ты беззащитен перед ними. Любая твоя ошибка может оказаться роковой. Как хорошо, что есть тротуары. Место, где пешеходы могут чувствовать себя в безопасности. Нашел, где разложиться. Зашиби меня, пчела. Дай проехать-то. У меня ж продукт скоропортишься. Какой продукт? Это же тротуар. Здесь пешеходы ходят. Машинам сюда нельзя. Ты уж не серчай. Но по тротуарам машины тоже ездят. Иногда. Тротуар, он, конечно, для пешеходов. Но на тротуаре тоже надо быть осторожным. Ведь на нем могут появиться машины. И всегда держаться подальше от проезжей части. Запомните, когда рядом машины, всегда нужно быть внимательным и осторожным. Даже на тротуаре. Неужели? Неужели на улице нет такого места, где пешеход может чувствовать себя в полной безопасности? Почему же? Есть такое место – пешеходная дорожка. Это специальная дорожка для движения по ней только пешеходов. Да сколько можно уже этих правил? Туда не ходи, это не делай, с нас хватит. Сегодня мы просто пассажиры. Вот именно. Уважаемые пассажиры, перед посадкой дождитесь полной остановки транспортного средства. Посадка строго со стороны тротуара. Чур я на переднем сидении. До 12 лет запрещается ехать на переднем сидении, если в автомобиле нет специального детского удерживающего устройства. Да не бухти это, железка! Сегодня никаких правил! До 12 лет запрещается... Да ладно, ладно! Поехали уже! Что стоим? Чего ждем? Каждый уважаемый пассажир должен быть пристегнут ремнем безопасности. Вот еще! А что, если я, например, не хочу? А если я, например, Эй, ты, железка! А ну-ка, отстегни меня обратно! Во время движения запрещается отвлекать водителя от управления автомобилем. И не пытайтесь использовать ремень безопасности. Из автомобиля следует через правую дверь со стороны тротуара. Вот тебе и никаких правил. Видимо, без правил никуда, даже пассажирам. На круглой планете... Даже когда тепло и солнечно, не следует забывать о правилах безопасности. Особенно о правилах поведения на воде. Первое правило, которое нарушил ежик. Не стоит пользоваться надувным кругом, если у тебя растут колючки. Второе правило. Нельзя отплывать слишком далеко от берега, даже с надувным кругом. И ежик может...
Очень правильные слова в сложившейся ситуации. Вот только паниковать не надо. Если ты начал тонуть, не барахтайся, а перевернись на спину, выплюни воду и сделай глубокий вдох. Отдохнул? Вот теперь можно медленно и спокойно доплыть до берега. Я не умею плавать. Тогда зови на помощь. Ага. Помогите! Никогда не купайся в одиночку, тем более, если не умеешь плавать. И еще, никогда не зови на помощь в шутку. В другой раз, когда помощь действительно понадобится, все подумают, что ты опять шутишь. Я правда тонул. А чем докажешь? Я же плавать не умею. Ёжик, я же тебе говорил, если не умеешь плавать, не купайся без взрослых. Крош, ты меня слышишь? Где я? Что? Что случилось? Если ты помнишь, мы сели в автобус. Что-то припоминаю. В транспорте нельзя придерживать двери руками. А высовываться наружу из дверей и окон очень опасно. А потом ты начал скакать по автобусу. Потом автобус остановился. Когда едешь, держись за поручень или за спинки сидений. Потом ты начал кричать водителю, чтобы тот ехал быстрее. Ну да, он же ехал еле-еле. Нельзя отвлекать водителя разговорами во время движения. И что же нам теперь делать? Ждать следующего автобуса. Итак, друзья, нас ждет опасное путешествие по древним пещерам. Всего-то надо одну станцию на метро проехать. Я не понимаю, зачем тащить весь этот... хлам! Хлам? А 3 литра противоядия от укусов подземных пауков? А месячный запас на случай обвала? А свистки для отпугивания летучих мышей-вампиров? Это тоже хлам? Это первые подступы к метро. Идем по одному. Двери в метро надо придерживать. Ух ты! Самоходная лестница! Хе-хей! Не бегайте по эскалатору! Стойте справа или идите по левой стороне, держась за поручень. Ой. Не засовывайте ничего в щели или под поручень. Не стойте на краю платформы! Опасно! Осторожно, двери закрываются. Не заходите в поезд после слов «Осторожно, двери закрываются!» Думаю, наша полная опасности и ловушек приключения закончилась почти без потерь. От себя добавлю, что метро – самое неподходящее место для игр. Класс! Йо-йо, класс! Класс! А это еще зачем? Только вид портит. Это коляска, чтобы катать юный пассажир. А, для мелюзги? Я тогда на заднем сиденье поеду. Найн, пассажир младше 12 лет могут ехать только в коляске. Вот еще! Тогда я первый катаюсь. Нужно обязательно надеть и застегнуть мотошлем для безопасности. Держись руками за поручень и не отвлекай водителя. Поехали! Любишь кататься, люби соблюдать правила. Если тебе еще нет 12 лет, можно ехать только в коляске. Перед поездкой нужно обязательно надеть и застегнуть мотошлем. Во время движения крепко держись за поручень коляски. Да понятно все уже, поехали! И не болтай,
во время движения. Я вой! Это что еще, простите, за фокусы? Не сейчас, автографы сразу после выполнения. Осторожнее! Это вы, друг мой экстремальный, еще легко отделались. Но я же играл не на дороге, не на этой, как ее, проезжей части. Конечно, но вы балансировали на самой ее границе. Бордюр, на котором вы изволили проверять свой вестибулярный аппарат. Что проверять? Неважно. Так вот, этот бордюр — граница между миром людей и миром машин. Люди ходят по тротуару, а машины ездят по проезжей части. Бордюр специально делают выше проезжей части, чтобы машины не заезжали на тротуар. Ни люди, ни машины не должны нарушать эту границу. И тем более нельзя ходить и играть на пограничной территории. А что тут такого-то, если эту границу все равно никто не пересекает? Запомните, от края проезжей части следует держаться как можно дальше. Ходить по бордюру опасно. Ножик! Ежидзе, просыпайся! Ты не поверишь, в этом городе есть зебры! Ты представляешь, я еще ни разу не видел живой зебры! Это ведь самые неприручаемые лошади на свете! И нате вам, в городе! Да перестань ты спать! Мы уже близко! Зебра может оказаться где угодно! Может, лучше здесь перейдем? Видишь знак? Синенький такой. Ну, конечно! Пока мы там лазить будем, всех зебр прошляпим! Они же по мостам не скачут! Давай тогда поищем другой переход! Вот, подземный переход! Самый безопасный из всех возможных! Нет, ну вы посмотрите на него! Я с тобой точно никогда зебр не увижу! Ты можешь себе представить это дикое, полосатое животное под землей? Это же не крот! Зебра, это... Это есть пешеходный переход! Ой, так это и есть! Я! Этот переход называют зебра из-за полосок, которыми его рисовать! Точно! Как же я забыл! А еще его обозначают знаком! Я синий квадратный знак с белый треугольник. Внутри по полоскам шагает человечек. А я-то думал, зебра живая. Да ладно, ежик, не утешай меня. Пойдем, найдем что-нибудь поинтереснее с пешеходного перехода. Может, еще рановато для загара? Самое время! Ты посмотри, какой я бледный! А мне к вечеру обязательно надо... Сосульки! Вот видишь, у бараша уже тепловой удар! А ты говоришь, рановато для загара! Там сосульки! Очень полезная информация! А теперь можно мы пройдем? Туда нельзя! Как ты думаешь, что бараш имел в виду? Наверное, что сосульки нельзя грызть, горло заболит. Да какая разница? Кстати, давай вернемся и спросим, о чем он, собственно... Бежи! А я что говорил? Сосульки очень опасны. Особенно во время оттепели. В это время ни в коем случае нельзя ходить рядом с домами, на крышах которых могут быть эти сосульки. Надо держаться подальше от любых крыш, навесов и карнизов. Сосульки.